36 лет назад первые воины-интернационалисты пересекли афганскую границу. Именно этот день принято считать началом войны в Афганистане. В военном конфликте были задействованы 2500 запорожцев. 129 из них так и не вернулись из зоны боевых действий. Сегодня руководство города, представители общественных организаций и жители Запорожья почтили минутой молчания всех, кто погиб во время военного конфликта в Афганистане.